Мы находимся в Египте, на Синайском полуострове, на берегу Красного моря, в заливе Акаба, недалеко от города Дахаб. Этот залив считают очень ветреным местом. Большинство дней в году здесь дует сильный северный ветер. Это привлекает сюда виндсерферов и кайтсерферов из разных стран, в том числе России. Постройка катамарана завершена, экипаж выходит в море. Даже в середине декабря солнце в Египте жаркое, а вода в Красном море теплая. Уникален и неповторим подводный мир залива. Здесь находится знаменитая подводная пещера Blue Hole. Это самое впечатляющее и самое опасное место для погружений во всем Красном море. Посетив Blue Hole, мы возвращаемся обратно в Дахаб. Скорость попутного ветра так велика, что катамаран становится почти неуправляемым. Пришлось зарифиться, то есть уменьшить площадь парусности. Несмотря на мягкость и легкость конструкции, наш маленький катамаран успешно противостоит натиску штормового ветра и больших волн. Мы идем с хорошей скоростью, около 12 км в час, и быстро достигаем цели. В Дахабе мы жили 5 дней. Изучали подводный мир Красного моря и катались на катамаране. Ночевали мы в дешевом кемпе, где снимали комнату. Во дворе росли финиковые пальмы. Их зрелые плоды разнообразили наш рацион. Жилье располагалось около набережной, где мы оставляли катамаран на ночь. Нашими соседями были русские. Они приехали туда на всю зиму. Хотя в Дахабе парусами никого не удивишь, наше судно привлекло всеобщее внимание. Возможно, мы были первыми, кто привез сюда надувной катамаран. Благодаря этому мы познакомились с людьми из разных стран, в том числе России. Среди них был опытный яхтсмен из Питера Федор Дружинин. Он проявил живой интерес к нам и нашей яхте. Один раз даже прокатился с нами вблизи города. Общее впечатление от городка у нас очень хорошее. Благодаря большому количеству туристов из России чувствуешь себя почти как на родине. Люди здесь дружелюбные, жилье и еда недорогие, а море поистине сказочное. Третий день движения на катамаране. Вчерашний день, к сожалению, был достаточно безветренный, поэтому далеко уйти не удалось. Сегодня немножко ветер появился. На горизонте можно видеть скалы, затянутые дымкой. Это Саудовская Аравия. Да, мы к обеду можем дойти, но, к сожалению, это уже другая страна. Другая страна, товарищи. Как мы ходим галсами. Итак, шкотовый напрягает парус. Парус, если смотрите, хорошо натянут. Просто идеально. Скорость около 5 морских узлов в час. Приготовились? Готов. Поворачиваем. Погода изменилась.
Небо затянуло тучами, а ветер усилился. Море очень сильно штормит. Но мы продолжаем кататься. Нужно испытать судно в жестких условиях.